На старой площади Бишкека открылась 4-я международная агропромышленная выставка «АИЛ-Агро-2016». Экспозиция продлится 2 дня, на ней представлены свыше 100 единиц сельскохозяйственной техники. А принимают участие более 30 компаний из 20 стран мира. С продукцией участников мероприятия ознакомился Усен Кульбаев. Махабет Абдилова приехала на выставку неспроста. Фермер из Качкорского района несколько лет назад организовала в селе Карасу женское сообщество взаимопомощи. По ее словам, для возделывания более 50 гектаров земли им позарез необходим трактор. Женщины нашего села Карасу выращивают огурцы, капусту и многие овощные культуры в теплицах. Мы реализуем рассаду и за счет этого содержим свои семьи. Мы подготовили проект, и ПРООН одобрила и выделила нам 10 тысяч долларов на покупку трактора. Думаю, купить вот этот мини-трактор «Беларусь», а плуг и сеялку намерены купить на свои собственные средства. На очередной крупной промышленной международной выставке представлены свыше 100 единиц различной техники, 50 компаний из 20 стран мира. Свою продукцию представляют производители России, Беларуси, Польши, Германии, Китая, Японии и многих других стран Европы и Азии. Российская сельхозтехника никогда не уходила с рынка Кыргызстана, но вот наиболее активно последние 5 лет. И здесь заслуга прежде всего правительства Кыргызстана, потому что активно запустились кредитные программы, лизинговые программы. А что касается того, что фермеры говорят, что российская техника дорогая, любая качественная техника, она дорогая. Но благодаря российской технике сельхозпроизводители Кыргызстана могут покупать технику аналогичную, а иногда даже лучше по качественным характеристикам, в 2-3 раза дешевле, чем если бы они покупали ее, например, в Европейском Союзе и США. На старой площади работает национальный ёрточный городок, где представлена сельскохозяйственная продукция со всех областей страны. К примеру, из отдаленных регионов привезли традиционные продукты питания в сыром и переработанном виде. Чуйской области успешно работает представительство Российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники. По отношению техники, да, по цене она дороговата. Но у нас есть варианты через АИЛ банк получить по лизингу, да, на 7 лет, на 5 лет. Вот такой вариант. Россельмаш имеет дистрибьюторскую контору в Высокотинском районе, да, насколько мы знаем, это круглый год стоит там выставка. Там цены договорные. Каждым годом увеличивается количество сельскохозяйственной техники, выданной по лизинговой системе. В открытии международной выставки приняли участие представители правительства, депутаты Жогорку Кенеша. Усен Кульбаев, Туркамил Асанов, Общественный первый канал.